Дорогие друзья, я настолько распоясался, живя в Эстонии, что издал свою третью юмористическую книгу под названием «Край балбесов и град мракобесов». В предисловии я пишу, что эта книга – глоток свежего воздуха, воздуха свободы в душной атмосфере ложного пафоса, бюрократического тупоумия, чинопочитания, патриотического угара, подлости и вранья. Ибо юмористический взгляд видит не хвост павлина, а простую куриную жопу. Это насмешка, сатира над известными политическими деятелями Карелии, среди которых губернатор, депутаты, чиновники, менты, так называемые борцы с так называемым экстремизмом, попы, единороссы, уполномоченный по правам человека, ФСБшники и следак Воронин, который возбудил в отношении меня уголовное дело. В 2012 году я написал поэму «Следак Воронин», и вот только сейчас я ее решил опубликовать в этой книжке юмористической. И я хотел бы прочитать вам фрагмент этой поэмы, который связан с обыском, который у меня был. Бывало, он еще в постели, к нему решение несут. Что? Снова обыск? В самом деле, три дома обшмонать зовут. Там экстремистов дохуя, опять наживо для тебя. Галопом скачет наш лобазник, уже на обыск, как на праздник. С кого начнет он, все равно, везде поспеть не мудрено. Мой дом кишит уж операми, ищейки рыщут битый час, и спогар, это между нами, обнюхивает унитаз. А Михалев шмонает книги, их будто видит в первый раз. А всех свидетелей интриги подальше гонит он от глаз. Все в хаосе, Воронин входит, идет меж кресел по ногам и фотоаппарат наводит на то, чтоб снять чего-то там. Квартиру всю окинул взором, все видел, лицами, убором, ужасно недоволен он. Но надо исполнять закон, который для таких писали, чтоб день и ночь они шмонали. А кто бы написал закон, чтоб защищал нас от дебилов, чтоб место знал свое долдон, так думал про себя Ефимов. Быть можно дельным человеком и думать о правах людей, хоть и бесплодно спорить с веком бездарных тварей и бледей. Он 2 часа, по меньшей мере, нелепый обыск проводил, и из уборной выходил с мечтой о будущей карьере. И полицейский тот наряд для всех устроил маскарад. Какую грусть они наводят своим присутствием одним, своим вторжением ночным на всех, но, наконец, уходят. Мелькают профили голов нередких нынче мудаков. Остались горечь и презрение. Ту ночь провел я с отвращением. Работа вся накрылась крышкой. Изъят был мой системный блок, который мент унес под мышкой, решив, что это есть вещдок. Ну и так далее, и так далее. Поэма написана в соавторстве с Александром Сергеевичем Пушкиным. Спрашивайте мою книгу, юмористическую, очень веселую, сатирическую книгу в книжных магазинах Эстонии. Но я без ложной скромности скажу, что я являюсь единственным писателем-сатириком в Карелии. И вот такого рода политическую сатиру, по-видимому, больше себе никто позволить в Карелии не может. Приятного вам чтения, хорошего настроения и наслаждайтесь юмором, не теряйте чувство юмора и веселитесь.